придя в сетевой бизнес. И, конечно, мне очень хочется представить в первую очередь нашего бриллиантового директора Розалию Тимербулатову, которая сегодня является сильным лидером, у которой вы можете на проекте обучиться ее лидерским качествам, несгибаемому характеру. У нее огромное количество на территории республики и за пределами нашей республики открыто представительств. То есть вы можете просто у этого человека узнать, как легко и просто открываются представительства и образуются в них товарообороты, растут директора. Да, у нее прекрасные лидеры, прекрасные директора, которые уже самостоятельно ведут свой бизнес. И многих из них я уже видела сегодня на этом вебинаре. Вы большие молодцы. Вы знаете, по натуре человек очень простой, открытый, добродушный. При этом она тоже, как и мы все с вами, обычная женщина, мама, бабушка. И нужно ее сегодня поздравить, потому что у нее только вчера родился внук третий. Давайте ее поздравим. Знаете, как поздравляют в интернете? Ставите восклицательные знаки, то есть мы аплодируем, вот как сейчас сделала Алена Танкова. Вот мы ее сейчас поздравим, нашего лидера, да, что она стала в стране бабушкой. Это серьезное, хорошее такое событие, и пожелаем ей здоровья, как бабушке, а, конечно, мамочке и малышу тоже прекрасного здоровья, хорошего настроения. Вот такой лидер, такое пополнение в нашей структуре появилось буквально на днях. И вот человек, которая пришла из обычной жизни, высшее образование, педагог по образованию, направление музыки. То есть это человек романтик, то есть это человек очень творческий, у нее всегда очень много идей, и она целенаправленно преследует свою цель в нашей компании. С ней очень легко реально общаться. Дальше, из драгоценных директоров, тут в принципе все драгоценные директора в Лиге предпринимателей. Мне хочется очень поговорить о Ладе Шемякиной. Лада Шемякина, золотой директор, тоже педагог, педагог английского языка, когда-то приняла решение, что она будет реализоваться именно в сетевом бизнесе, именно в том месте, где она может не только зарабатывать деньги, но также и сама личностно развиваться, быть чаще в семье своей, с любимой своей семьей, да, рядом с сыном со своим. Прекрасный человек, который прямо вот до тонкостей, очень пунктуально и до тонкости еще щепетильно относится ко всем вещам, что мы даем. Вообще ко всему с уважением, с огромной любовью. И с этим человеком тоже очень легко идти. Почему? Потому что вот как-то у нас лига так сформировалась, что мы все друг друга понимаем. Ну, вообще классная команда, с которыми хочется творить и идти вперед к вершинам, к новым горизонтам, обучаться и получать от этого, конечно, большое удовольствие и результат. Дальше хочу поговорить о Кире Чечеговой, человек, которая в этом году ворвалась даже в Лигу предпринимателей, да, очень амбициозно, живет она за пределами нашего города, ездит к нам на живые встречи за 180 километров, человек-экономист по образованию, тоже когда-то считала, думаю, что чужие деньги, и в какой-то момент ей, я даже помню, на каком-то из событий она говорила, вот сижу и считаю чужие деньги, а когда я начну уже свои считать? И я думаю, что у Киры тоже мечта сбылась, она в Лиге предпринимателей, прекрасной квалификации, у нее прекрасная команда, и многие сегодня именно здесь на вебинаре, я точно знаю, потому что по фамилиям тоже видела, прекрасный лидер, очень амбициозно, у нее тоже огромное количество идей бывает, и человек никогда не стоит на месте, она всегда в процессе обучения. Когда бы ей не позвонил, когда бы ей там не задал вопрос, то она в Перми, то она в Сарапуле, то она в Екатеринбурге, то она куда-то уже поехала. И вот понимаете, если человек обучается, безусловно, она и обучает своих лидеров, консультантов и новичков, которые приходят в ее структуру. Леночка Русанова, ее не было с нами на мероприятии 19 числа. Она у нас отдыхала. Прекрасный человек, юрист по образованию, но вы знаете, она ни одного дня не проработала по своей профессии. Почему? Потому что она
еще в студенческие годы пришла в компанию Faberlic, и вот столько лет она уже развивается и развивает своих лидеров и консультантов компании Faberlic, давая прекрасную возможность и переоценить свою жизнь, и создать все самое доброе и хорошее возле себя и своим, конечно же, консультантам. Светлана Короткова, ну, этот человек просто, я не знаю, о ней я могу вообще очень много говорить. Почему? Потому что человек, который всегда в любое время может прийти на помощь, в любой ситуации. Я так замечаю, она одна из первых всегда отвечает на вопросы, одна из первых всегда подставляет свое плечо. То есть человек, с которым, в принципе, даже и не страшно окунуться с головой, даже не зная, что с тобой произойдет. Настолько человек порядочный, настолько человек сильный, настолько человек профессионально тоже относится к своему делу, серебряный директор, по специальности она строитель, инженер. То есть вот такая лига. Мы все разные, но мы идем к своей цели, все очень добрые, позитивные. Алена Танкова, это вот одна из самых молодых в нашей лиге, это такая зажигалка, которая переходит в дальнейшем в факел в такой, да, и несет прямо этот факел за собой, потому что у нее потрясающая команда, живет она тоже за пределами нашего города, тоже ездит к нам за 180 километров, человек тоже очень ответственный, человек позитивный, тоже с такими амбициями и с глубоким и пониманием, с глубоким отношением она относится ко всему, что рядом с ней. Очень позитивная, с ней тоже очень легко, очень легкая на подъем. Ну, а я уже представилась. Меня зовут Людмила Солертовская, серебряный директор. И вот такая кладезь знаний, кладезь опыта дает нам возможность идти и двигаться вперед в проекте «Быстрый старт». Идем дальше. Вот такие лидеры. Это ваши лидеры. Ими можно гордиться, на них можно равняться. И, знаете, наставнику, наверное, будет вдвойне приятно, когда его ученики его превзойдут. Да, он будет сидеть на каком-то большом мероприятии, и на сцену будут выходить плеяды его, ее звезд, да, и будут говорить: «Я бриллиантовый директор, мой наставник». Там Алена Танкова. Я серебряный директор, мой наставник Алена Танкова. Представляете, да, вы за кем идете и кто вам дает такие, передает вам опыт, знания. И, безусловно, с такими людьми бесстрашно вливаться в любой проект. Хочу сказать, для чего создан этот проект. Цель проекта – вырастить профессиональных директоров-партнеров на нашей территории. И задача наша вместе с вами – создать эффективную систему, пошаговую систему сопровождения для роста от новичка до директора. Вот как раз до квалификации директора проходят обучающие процессы. Это человек приобретает навыки, он пробует себя в разных инструментах, применяя разные инструменты работы в сетевом бизнесе. И это очень важный, достойный путь. Как бы, нужно понять и знать, что придя сразу в проект, у вас не будут падать, как манна небесная, в ноги ваши миллионы. Для того, чтобы большие деньги к нам пришли, нужно к этому быть, во-первых, готовым, да, во-вторых, научиться их зарабатывать, соответствовать этим деньгам, которые мы хотим зарабатывать. Вот поэтому мы с вами будем до квалификации директора обучаться всему, всем тем инструментам работы, что должен уметь организатор, руководитель, стратег и управленец. Вот, смотрите, для кого создан этот проект? Во-первых, проект создан для тех, кто топчется на одном и том же месте, давая каждый каталожный период один и тот же товарооборот. Значит, где-то нет понимания, значит, нет каких-то знаний, чтобы дальше прорываться по карьерной лестнице. Проект для тех, кто уже устал
работать по найму, получая одну и ту же сумму денег. По утрам вставать под звук будильника. Жить в таком пространстве ограниченном, да, ездить в отпуск в то время, когда по очереди там получилось, да, выделило там руководство, значит, ограничивать себя, когда мы заходим в магазин, да, покупая какие-то продукты или вещи по желтым ценникам, хотя все любят скидки, это без сомнения, да. Проект для тех, кто желает вообще все начать с чистого листа. Вот все, все надоело вокруг, ничего меня не удовлетворяет, хочу что-то новое, хочу, чтобы все вокруг меня изменилось. И вы знаете, вы примете правильное решение, если вы этот шаг в жизни сделаете. Почему? Потому что вы прежде всего меняться начнете сами. Ничего возле нас не изменится, если мы сами не начнем меняться. Это один из главных критериев, один из главных пунктов, что человек должен понимать и знать. Никто ни в чем не виноват, если что-то не так. Только сам. Оглянитесь, кто с вами рядом, какое ваше окружение, хотите ли быть в этом окружении вы. Или вы что-то хотите поменять, но не знаете как. Не знаете, как сделать первый шаг в сетевом бизнесе. Не знаете, как организовать структуру. Не знаете маркетинг-план, возможно, даже. Да, многие, я думаю, что здесь и среди нас есть такие, да, кто не знает маркетинг-план. И поэтому у него, может быть, единственная причина даже, он не знает маркетинг-план, он не знает, как зарабатываются здесь деньги, и поэтому у него нет никаких движений. Поэтому может быть и застой. Вот, проект для тех, кто хочет путешествовать, поменять окружение, уже повторюсь, да, проект для тех, кто желает помочь своим детям жить лучше, дать самое лучшее, потому что дети – это ну, то, что мы родили, что мы как цветочек поливаем, что как цветочек мы росток вот этот вот растим, мы им создаем для них платформу, чтобы они намного лучше жили, чем мы. И уверяю вас в том, что обязательно пойдет процесс дупликации, если вы сами будете реализовывать себя, реализовываться. Дети будут это видеть, они будут поглощать, они не слышат, вообще люди не слышат, что мы говорим. Люди видят то, что мы делаем, и поэтому и идет процесс дупликации. Ведь сетевой маркетинг – это процесс дупликации. Все, что мы научились сами, мы должны научить тех, кого мы пригласили в свою структуру, в свою команду. Вот. Поэтому проект для тех, для кого, возможно, такой период настал, да, сократили с работы, ищу место. Вы реально можете реализоваться здесь. Почему? Потому что сетевой маркетинг, он для всех, конечно, но не для каждого. Для тех, кто желает поменять реально, ищет те пути, где можно и самой вырасти как личности, и зарабатывать деньги. Вот сетевой маркетинг не требует ни высшего образования, не требует какой-то вероисповедания, да, не требует возраста. Вы в любом возрасте, сколько бы вам лет не было, можете влиться в эту струю и реализовать себя так, что вы даже можете превзойти своих наставников, которые вас пригласили. Многие еще очень говорят, да что там все уже все знают, да что там придешь, там уже все, все уже деньги зарабатывают, кто выше. Уверяю вас в том, здесь не зависит, кто в какое время пришел в сетевой бизнес. Здесь зависит от ваших амбиций, от ваших целей, от ваших возможностей, что вы хотите в этой жизни. Уверяю вас в этом. Если вы человек амбициозный, если у вас очень высокие цели, если у вас есть такая харизма сильная, вы обязательно добьетесь результата. Вариантов других нет. Тем более ваши наставники – это кладезь знаний. Просто цепитесь за них, как за гриву коня, и не отцепляйтесь, и вперед с вашими наставниками к вашим целям. Для того, чтобы поменять все, что вам не нравится. Вот для таких людей наш проект.
для наших консультантов, для новичков, для лидеров, неважно, с каким вы товарооборотом, 3000, вы серебряный директор, вы простой директор или человек, который с нуля зайдет, мы на равных условиях. Вы можете превзойти самого себя, превзойти своих наставников. Вот такой экскурс маленький, да, для кого наш проект. И сейчас мы пойдем с вами по периодам, как мы с вами будем двигаться, чтобы у вас по полочкам было разложено, чем мы будем заниматься в нашем проекте, что мы будем давать. Смотрите, наш проект начинается с 3 сентября, то есть это каталожный 13-й период. К этому дню, то есть к 3 сентября, каждый из вас может еще организовать свою команду. Вообще, вот когда в проекты мы приходим, обязательно в проекты нужно приходить с командами. Почему? Потому что ваша команда будет иметь одну цель, да? Цель будет у каждого своя, безусловно, да, но мы придем с вами к общей цели. В команде всегда легко работать, в команде всегда можно быстрее достичь своих результатов. Почему? Вот я про Лигу предпринимателей тоже сказала. Мы все разные, и по темпераменту, и по характеру, и по амбициям, и по харизме, мы все разные. Но у нас есть одна общая цель, общую цель, вот только что сказала, да, создать систему сопровождения классную, пошаговую, чтобы новичок пришел и получил результат директора. Поэтому вот с 3 сентября вы можете войти в проект не одни. Вы приглашаете людей, времени предостаточно, чтобы до 3 сентября прямо даже с новичками просто влиться в этот проект. Завершение проекта у нас будет 30 декабря, это 18-й период, последний период в этом году. И вот с 3 по 30 декабря мы вместе с вами будем в команде в одной двигаться вперед. Вот даже песня, она, да, создана, вернее, написана, что только в команде мы придем к одной единой цели. Сегодня все, кто понимает, чтобы достичь большую цель, все объединяются, все в одной массе крутятся, потому что это синергия, потому что это энергия созидательного процесса. Вот, поэтому это очень важно. Смотрите, и 13-й каталог у нас будет, значит, у нас будет процесс какой? Процесс приглашения, отработка приглашений. Почему это сразу в 13-м каталоге? Да потому что как, кому же передавать свои знания, если у нас, возможно, у кого-то еще не созданы команды, да, кто войдет один, вот, для того, чтобы мы научились людей приглашать. Будем получать домашние задания, будем проходить методы рекрутинга, тоже будем домашние задания. Я сейчас говорю о тех вебинарах, на которых мы будем получать домашние задания. Это на вебинарах вы прямо пошагово говорится, как это делать, а мы с вами со своими командами уже на местах, неважно, где вы живете, за пределами Ижевска, в Ижевске вы живете, неважно, где мы живем, на местах мы будем выполнять эти домашние задания, да, вот, и, безусловно, мы будем писать, отчитываться в закрытых группах наших. Вот в течение 13-го каталога как раз мы будем с вами заниматься отработкой навыков техники приглашения и проведения мастер-классов, да, на любой выбранный продукт, тут не будет ограничений каких-то, и отчеты будут прилагаться по итогам недели. Каждую неделю у нас будет проходить вебинар, но об этом я чуть позже скажу, да. И итог 13-го каталога у нас должен получиться именно такой. Сейчас внимание, кто заходит уже с товарооборотами, то есть вы должны четко понимать, что у вас прирост тех людей, кто войдет с вами в проект, тоже с товарооборотом, был именно такой. И ваш прирост, безусловно, вы сами уже должны сосчитать, какой у вас должен быть прирост. Личный объем должен быть минимум 50 баллов, да, вернее, групповой объем должен быть минимум 50 баллов. Желаемый результат – это 100 баллов, а максимальный – 200 баллов. Если, возможно, у вас новичок только что врывается, он в первый же период может сделать 200 баллов группового объема. Вот. Идем дальше.
Чем мы будем заниматься в 14-м каталожном периоде? Здесь будем мы с вами заниматься процессом рекрутинга и проведения встреч. Здесь вы можете, конечно, если вы еще не проводили встречи, не рекрутировали, то есть вы можете попросить своего наставника, да, чтобы он вам помог проводить эти встречи. Да. На вебинарах будут даваться, как делать промоушен у наставника, вообще на все. Промоушен, да, как проводить встречи, что такое структура, как ее сопровождать, безусловно, после каждого вебинара. Вот здесь вот вебинары расписаны, которые у нас будут проходить каждую неделю. То есть это темы вебинаров на неделю. Как делать промоушен? Это первая неделя 14-го каталога и домашние задания. Вторая неделя, как проводить встречи. Домашние задания получили, и мы проводим целую неделю встречи. Что такое структура? Как ее сопровождать? Получили домашнее задание, целую неделю мы это отрабатываем. Вот 3 недели мы будем заниматься именно этим направлением. И по итогу каждой недели будем отчитываться. 14-й период, 14-й каталог, он будет очень важным. Почему? Потому что те консультанты, те лидеры, которые не прибавят своих товарооборота, то, что вы сейчас видите, минимум групповой объем 100 баллов, желаемый 200, максимальный 600 баллов, да, они дальше не пройдут. То есть, если мы не выполняем условия нашего проекта, мы отчисляемся с проекта. Это, смотрите, я сейчас такую вот мини-паузу сделаю. Если у вас вопросы появляются, вверху в правом углу у нас есть меню «Вопросы». Вот в этой вкладке пишите свои вопросы. В конце я обязательно отвечу. Вот. По итогам, значит, 14-го каталога вы обязательно должны быть очень внимательными. У вас товарооборот должен быть минимум 100 баллов. С этим товарооборотом вы пройдете дальше проект. Ну, желаемый это 200, конечно, да, кто амбициозен, кто очень хочет и жаждет быть высокой квалификации, вы, безусловно, берете другую дорожку для себя, да, среднюю дорожку, а кто максимальную, берет самую большую дистанцию и работает на результат по максимуму, выкладываясь как чемпион и берет программу «Максимум» и движется по карьерной лестнице, получая и признание, получая и результат, и денежное вознаграждение. Будьте внимательны обязательно к 14-му каталожному периоду. Переходим дальше. По итогам, вот ну, то, что я сказала, да, и прекращается уже доступ к 15-му каталожному периоду. Вы двигаетесь самостоятельно, как и прежде. 15-й каталог – это организация мероприятий и проведение встреч на разные целевые аудитории. Также каждую неделю будут проходить вебинары. Мы будем точно так же получать домашние задания, да, будем учиться анализировать и планировать, организовывать и проводить мероприятия в своей структуре. Ведь это очень важная задача. Людей-то мы пригласили, и у многих появляются страхи. Да, у меня команда уже образовалась, а я не знаю, что с ними делать. Скажите, напишите, пожалуйста, однерку, если у кого-то такие вот бывают сомнения, да, людей приглашаю, а что я с ними буду делать? Есть у кого-то такие сомнения? Поставьте, пожалуйста, однерочку в чате. Бывают такие сомнения? Людей приглашаю, а что я с ними буду делать? Да, 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 вот, бывают, вот как раз в 15-м каталожном периоде мы будем учиться сопровождать свою структуру, своих приглашенных, и, конечно, вы уже ощутите, что у вас организовалась команда, и что вы уже можете свои знания им передавать, передавать инструменты работы, и вы будете восхищаться своими результатами, потому что это у вас будет получаться. Других вариантов нет. Вот. 15-й каталог, мы видим, да, что минимум у нас групповой товарооборот должен составить 200. Это для нолевиков, кто с нолевым товарооборотом зашел. Желаемый результат 400 и максимальный 1000 баллов. Вот сейчас у нас еще осталась целая неделя, да, вы должны определиться,
по какой дорожке вы побежите, поплывете, я не знаю, как вы можете это назвать, да, вот, минимальной, желаемой или максимальной. Вот сейчас у вас очень такие серьезные процессы в эту неделю будут идти. Почему? Потому что сейчас важно, сейчас именно важно принять решение. Если максимально, то быстро организовать команду и войти с командой вместе. Я такие маленькие уже вам как бы задаю рекомендации. Если максимально, то уже можно команду организовать и влиться с командой, да. Если какие-то страхи есть, которые мы обязательно развеем в нашем проекте, то, конечно, можно и по минимуму. Ну, желаемый результат тоже, да, середнячки у нас могут тоже получить. Почему? Потому что каждый выберет свою скорость. Переходим к 16-му каталожному периоду, да. Здесь у нас тоже нужно отметить, тоже очень серьезный период будет. Почему? Потому что именно этот каталожный период будет знаковым, будет ли участник дальше продвигаться в проекте. Он будет зачетным тоже. Почему? Если, например, в 16-м каталожном периоде у вас с групповой объем не организуется минимум 300 баллов, вы дальше, собственно говоря, тоже не проходите уже в проекте. Желаемый результат 600. И максимальный 1500. Вы представляете, какая сила и мощь с такими инструментами работы, с таким сопровождением вас ожидает в будущем? Это прекрасная работа, совместная работа, командная работа. Где-то что-то не получается, вообще нет никаких вопросов их задать своим лидерам, наставникам в чатах, что будут созданы тоже. Поэтому будьте очень внимательны. Почему? Потому что это наш с вами успех, это наш с вами результат, который должен быть максимально позитивным, максимально большим, да, чтобы понять вообще, что такое сетевой маркетинг и что в нем делают. И вот как раз 16-й период будет показывать, какие мы лидеры, мы узнаем, чем лидер должен заниматься, какая у него команда, да, как он мотивирует себя и своих людей в команде, других, кого привлекает. Как раз мы в 16-м каталожном периоде будем заниматься отработкой своих лидерских качеств, да, отработкой мотивационных моментов, как вообще мотивировать людей, что говорят людям, да, ведь это тоже не очень простой процесс, не хочется сказать, а я боюсь. Вот эти вот страхи тоже, они уйдут, когда мы поймем, что такое мотивация, для чего она нужна, кому она нужна, и как себя еще и мотивировать. Вот прекрасный момент, это будет у нас 16-й каталожный период, вот с такими прекрасными результатами мы перейдем в 17-й каталог, да, вот здесь уже 16-й каталог, я сказала, что у нас будет 17-й каталожный период, где мы с вами будем учиться целям, постановке целей, да, мечтать, чтобы, что такое мечта и как ее превратить в цель, да, помечтать по-хорошему, чтобы достичь в будущем огромных-огромных результатов, вот, поэтому 17-й каталог, во-первых, он у нас двухнедельный, это первое, да, двухнедельный каталог. Здесь должны быть мы максимально внимательными, да, сосредоточенными, чтобы не слететь с своих товарооборотов, а двигаться вперед. Ну и, конечно, нам всегда помогает компания, разные промоушены, это уже период перед Новым годом, здесь процессы рекрутинга у нас возрастают, процессы продаж тоже у нас высокие, да, то две недели очень хороший момент показать именно свои лидерские качества, именно свои командные качества, да, как вы можете как игрок работать в своей команде и показывать большие результаты. Почему? Потому что мы здесь все станем своими, кто не сойдет со своей дистанции, чемпионами, а чемпионы не сходят с дистанции, они идут до конца. Так, и идем в 18-й каталожный период, да, вот как я уже говорила, мы будем отрабатывать
и позицию руководителя, и позицию организатора, и позицию управленца, и позицию стратега. Мы будем учиться стратегически планировать, да? Мы будем учиться стать хорошим управленцем и видеть свою жизнь, и закидывать себя и на 5 лет вперед, и на 3, и на 10, да, кем вы вообще хотите быть в жизни. То есть это мы с вами подойдем к этому делу стратегически и выстроим свои планы для того, чтобы достичь этих результатов. И вот как раз здесь у нас тоже будут помогающие еженедельные вебинары, как работать с нашими показателями, чтобы спланировать, да, то есть выстроить стратегию своего бизнеса. Вот секреты финансового благополучия нам дадут, что это вообще такое, как можно финансово себя обеспечить, какие причины для этого есть или не причины, что нужно делать для этого, да. А кто желает взять все это по максимуму для себя, да, прямо вот вложиться в этот проект, окунуться в эту пучину сетевого бизнеса и достичь самой высокой квалификации, которую мы ожидаем с лидерами, а максимальный результат – это стать директором к 1 января 2019 года. Я думаю, что многие из вас именно поэтому приходят в проект. Именно поэтому сегодня здесь, на этом вебинаре. Будьте очень внимательны. Вот эта табличка, которая вам будет путеводителем. На каждом вебинаре вы будете видеть эту табличку, да, которую мы с вами должны выполнять. Если мы уж пришли в проект, то идти до конца. И, конечно, здесь вот на этом слайде показано, чем мы будем заниматься в 13-14 периоде, да, вход в проект у нас здесь. Здесь все расписано по полочкам, какие у нас будут живые встречи. Мы обязательно будем с вами хотя бы раз в два периода встречаться, да, мы вас будем признавать за ваши заслуги, это будут живые встречи, какие-то бизнес-дни у нас будут, каждые вот... Один раз в два периода, они здесь тоже обозначены. Эта картинка тоже будет у нас висеть, думаю, да, чтобы вы понимали, как, по какой траектории мы движемся и по какой программе мы идем, выполняем ли мы ее. Вот, четко здесь все очень хорошо расписано. Это тоже будет как памятка для вас, да. И обязательно вот 21-му, сейчас я уже говорю, к 21 октября нужно будет тоже очень загодя подготовиться, потому что 21 октября у нас будет день рождения нашей компании. Это тоже праздник для нас с вами, да, что мы с вами тоже вместе отметим, где-то в красивом месте отпразднуем день рождения нашей компании. И в конце вот у нас будет выпускной рождественские каникулы. Мы это тоже с вами отметим вместе. Вот теперь идем уже к организационным моментам, да, о чем я, в принципе, уже и говорила. Организационные вебинары у нас будут обязательно проходить один раз в неделю, в каждый понедельник в 8 часов вечера. Потому что среди вас есть люди, то есть консультанты, возможно, да, с дополнительным заработком, а есть новички, которые еще работают по найму. Поэтому это очень важный момент, вы можете прямо его записать себе и уже планировать с учетом того движения, что здесь уже показано. Вот. Организационный вебинар один раз в неделю по понедельникам в 20:00. Записи вебинаров, они будут
у нас всегда выставлены в нашей закрытой группе «Быстрый старт 2.0 ВКонтакте». У нас обязательно будет группа там. Домашние задания будут выдаваться на вебинарах обязательно. Тренинги совместного действия вы будете проходить со своими наставниками. Отчеты о выполненных домашних заданиях вы тоже будете отчитываться в группах. Сопровождение онлайн от организаторов проекта, это вы уже как поняли, да, вебинары будут проводить только крупные лидеры, лига предпринимателей. Сообщество мы, безусловно, создадим, и живые встречи, тренинги у нас обязательно тоже будут от наших с вами наставников, а драгоценных директоров, которые будут передавать свои знания, инструменты работы, как нам двигаться по нашей траектории, что было уже выше сказано. И смотрите, по многочисленным просьбам, прием заявок на участие в быстром старте 2.0 мы продлили до 2 сентября 2018 года. То есть до 2 сентября вы можете приглашать людей в наш проект, можете войти командами, приглашайте как можно больше людей. Ведь мы с вами те люди, которые могут поменять жизнь. Многим-многим людям стиль жизни, качество жизни, это мы же не продавцы с вами порошка, мы не продавцы косметики, мы те люди с вами, которые меняют многим-многим людям жизнь, качество жизни, показывают дорогу, самую лучшую жизнь, как они могут поменяться, что они могут достичь, как они могут реализовать себя. Ведь среди нас огромное количество творческих людей, в которых все это замерло. Я не знаю, когда и где этот момент произошел. А вы этих людей можете повести за собой. Они творчество будут проявлять. И, безусловно, они будут расти в бизнесе. Потому что у таких людей очень творческий подход ко всему. Я убеждена в том, что прямо здесь сидят такие люди. Вы только не приглушайте себя, не закрывайте себя, а дайте, вот выпустите все, что у вас изнутри, и реализуйте себя. Потому что сетевой бизнес – это творческий бизнес. Это подход очень прекрасный к тому, что мы с любовью делаем. Я очень люблю свою работу, очень люблю. Я думаю, что здесь сидящие тоже любят то, чем они занимаются. А кто новички, вы только-только прикасайтесь к самому такому чистому, к самому светлому вообще, что вы можете создать. И не бойтесь. Почему? Потому что за вами стоят драгоценные директора, у которых огромнейший опыт, огромнейшие знания и столько инструментов работы, что нам даже в этом проекте не счесть, ребята. Это будет просто дополнительно, как бальзамчик на душу, даваться кому-то индивидуально, кому-то на общих каких-то мероприятиях. Вы будете это слышать и применять в своей практике. Вот очень важно это понимать. Оплата также принимается до 2 сентября. Будьте очень внимательны, будьте открытыми, да, я думаю, сегодня здесь как раз те открытые люди, которые ищут что-то новое. Я говорю про новичков. Те люди, которые созидают, учатся, достигают свои, возможно, пока еще маленькие цели, а кто-то уже большие. Поэтому будьте внимательны, присоединяйтесь и приглашайте близких, знакомых, друзей. Всех не надо, только тех, кому нужны деньги, кто хочет реализовать себя. Вам разве нужны те, кто будут ныть рядом с вами, кто всегда будет жаловаться? Нет, вы приглашаете позитивных, активных, амбициозных, таких счастливых звездочек своей структуры. И дайте им возможность именно рядом с вами реализоваться. И вы получите награду, когда их будут признавать на уровне компании. И они будут с гордостью озвучивать ваши фамилии, что вы их наставник, что вы им показали такой путь, где можно достичь огромнейших результатов. А на таких признаниях будут сидеть ваши близкие, ваши родители, ваши мужья, ваши дети. Вы представляете, какая у них гордость будет за вас? Вот это того стоит.
Я думаю, что именно здесь такие люди, которые пришли реализовать себя. И условия для участников нашего проекта. Быстрый старт 2.0. К нам могут прийти бесплатно участники быстрого старта 1.0. Только эти люди, участники быстрого старта 1.0, могут попасть, прийти к нам в проект «Быстрый старт 2.0» при условии, если с вами заходит два человека, два консультанта. Вот в этом случае участник быстрого старта 1.0 заходит бесплатно в проект. Все участники, независимо в какой квалификации, с какого товарооборота, оплату производят 500 рублей. Единственное бесплатное у нас придут в проект участники быстрого старта 1.0, при условии, если с ними заходит в проект два консультанта. Вот здесь тоже будьте очень внимательны. Для всех остальных, неважно какой у вас товарооборот, стоимость проекта будет составлять 500 рублей. Для консультантов, у которых товарооборот до 1000 баллов, в проект могут войти одни. То есть вы можете обучаться одни. Но, конечно, когда уже у вас 1000 баллов, ребята, да, но уже 1-2 человека можно пригласить. У вас же 1000 баллов, это дает уже структура. И все равно в структурах ваших сидят те люди, кто желает развиваться, кто желает реализоваться. Поэтому я считаю и рекомендую просто сесть на телефонный звоночек и пригласить каждого консультанта в наш проект. И вы увидите, какой будет результат, и вы будете не одни, вы будете со своими консультантами. И дальше мы переходим, да. Ну, тут вот я уже сказала, что у нас участники все заходят, оплачивая 500 рублей. И участники, это, то есть лидеры, у которых товарооборот уже более 1000 баллов, участие в проекте хотя бы минимум один человек. То есть вы заходите уже не одни. Минимум один человек, команда у вас должна уже быть организована, потому что вы многие вещи уже будете передавать своему консультанту, будущему вашему драгоценному директору. Да? Стоимость участия всего 500 рублей, оплатить нужно до 2 сентября. Способы оплаты наличными. Вы можете их передать любому лидеру лиги предпринимателей, любому. И первый вебинар наш с вами будет, он уже будет рабочим вебинаром, да, он будет 3 сентября, в понедельник в 20.00 по удмуртскому времени. Это первый вебинар, это уже будет для участников проекта, это будет уже закрытый вебинар, только для участников проекта, где мы будем уже говорить о тонкостях нашего проекта и чем мы будем заниматься, только для участников проекта «Быстрый старт». Прошу прощения. Смотрите, условия для участия в проекте. Вот участвовать в празднике, день рождения Фаберлик. В Ижевске 21 октября у нас, да, вот прекрасная новость тоже для вас, да, я сейчас не открываю секрет, мы об этом еще договорились, когда Евгения Демидова уезжала, мы поговорили, и нам прямо вообще повезло, почему? Потому что 21 октября к нам в Ижевск приедет психолог, тренер, директор по продажам Евгения Демидова. Я думаю, она очень много новостей нам привезет после ассамблеи, которая пройдет в Сочи. И многие из вас тоже едут в Сочи. Конечно, и вы будете участником данного дня рождения с прекрасным нашим руководителем, с Евгенией Демидовой. Я думаю, она еще много интересного нам даст, и мы во многом с вами еще поучаствуем в интересном. То есть 21 октября, готовимся к празднику, да, готовимся к встрече с нашим руководителем, с Евгенией Демидовой. Подать заявку на участие, да, нужно будет заполнить анкету. Сейчас мне помогут наши лидеры, лига предпринимателей, мы это закинем, ссылку в
чат сейчас, да, это будет в закрытой уже группе, да, или вам лидеры ваши передадут, значит, ссылку для заполнения анкеты, то есть подать заявку вы можете, вот видите уже, как все организовано, да, вы уже видите ссылку в чате, по которой вы можете подать заявку, да, и стать уже участником проекта «Быстрый старт 2.0». Смотрите, для участников проекта обязательная, прямо рекомендация, без этого очень сложно нам будет, установить на свои современные телефоны программу Telegram. Это быстрое общение, это такой скоростной режим, где вы можете задавать свои вопросы, получать на них ответы, писать свои результаты, и мы будем тоже от ваших результатов получать свои результаты. Поэтому это обязательное условие установить Telegram на своих телефонах. Дальше. Обязательно нужно войти будет в группу «Быстрый старт 2.0». Я думаю, что кто подаст заявку, оплатит свой обучающий процесс, вам ваши лидеры обязательно отправят приглашение в группу «Быстрый старт 2.0». Это обязательное условие. Если у вас нет странички ВКонтакте, нужно будет, значит, открыть, да, организоваться. И если у вас нет Telegram, то тоже нужно будет организоваться, закачать эту программку. Современная, очень удобная, скоростная, где мы можем с вами общаться без ограничения. Вот уже мы сказали войти в группу «Быстрый старт», что уже я тоже сказала ВКонтакте, да. Ну и, конечно, смотрите. Я вижу вопросы, сейчас я буду отвечать на них. Никогда ни для кого не будет подходящего момента, чтобы что-то начать, чтобы что-то изменить. Не знаю, сколько жизней вам дано, у меня жизнь, ей-богу, одна. И не может моя жизнь бесконечно длиться. И вот как-то нужно в голове перетрансформироваться и понять, что я в этой жизни могу принести полезного и в семью, и детям, и близким, и родным, и мужу, и родителям. Все, к чему я прикасаюсь, что это может дать? Добро, позитив, любовь, гармонию. Каким вы хотите человеком стать? Если, неважно, сколько вам лет, если у вас ощущения гармонии внутри нет, вы можете это создать. Если ощущение удовлетворенности в работе своей нет, вы можете это создать. Если у вас нет любимой работы, вы ее можете найти. Если у вас нет признания, вы можете получить. Если у вас не можете людей любить, вы научитесь это делать. Если вы не умеете говорить красиво, вы искусно это обретете в нашем проекте. Все зависит только от ваших принятых решений, только от ваших целей, только от ваших амбиций, только от того, насколько ваша работа сегодняшняя греет вашу душу. Я думаю, что вы примете правильное решение. Поменять все то, что вам не нравится, или все то, что у вас есть уже, стало, чтобы еще гармоничнее, чтобы вы еще к этому большего обрели и приобрели новых друзей, новых знакомых, новых лидеров, новых звезд в своих структурах. Сделайте это, а это сделать можете только вы и только вы. Никто на ваш стул не сядет, никто за вас не сделает то, что вы можете. С большим сердцем, с большой любовью ко всему, что рядом с вами. Хорошего вам дня, правильных принятых решений, больших вам команд, звездных, гениальных. Творите чудеса, будьте счастливы, а самое главное – здоровыми и гармоничными. И всех нам будет приятно видеть на нашем проекте. Сейчас я посмотрю еще, что вы мне задали. Пожалуйста. Так, а если нет возможности установить Telegram на телефон, можно
на компьютере оставить. Конечно, вы можете Telegram хоть на компьютер. На компьютере очень удобно тоже общаться. Telegram вы можете установить и на компьютер, и в телефон. Конечно, можете. А, вот уже, да, ответила Светлана. Спасибо за помощь. Спасибо за помощь. Ну что же, всего вам доброго, хороших выходных, правильных принятий решений, гениальных команд, звездных. Будьте сами звездами, и звезды к вам присоединятся. До свидания. Люблю вас всех. С уважением, Людмила Солертова.